Территория микрорайона Верхний Посад исторически считается одной из самых зеленой и экологически чистой в нашем округе. Однако в последнее время там быстро развиваются промышленные зоны, что очень беспокоит местных жителей. Прежде всего, из-за затруднения проезда. Строительство новых цехов своих. И это при отсутствии подъездных путей и изношенных коммуникаций. Как следствие у нас увеличение количества большегрузного транспорта и деградации дорожной инфраструктуры Посада. Своими опасениями они поделились с главой округа. Инициативная группа жителей озвучила наболевшие вопросы. Большинство из них касались экологической проблемы, в частности, реконструкции очистных сооружений. Приближается весенне-летний период, и важно не затянуть установленные сроки. Мы ожидаем в первой половине марта, что мы из МОСОБЛ-экспертизы уже выйдем. 22 где-то марта мы уже планируем оформлять разрешение на строительство. И также по планам идем на июнь. У нас запланирована поставка оборудования. И завершение строительства основного блока очистных сооружений запланировано уже на конец года, 24-го. Кроме очистных, обсудили строительство гидротехнических сооружений для отвода паводковых вод реки Ракитня. Пока будет готовиться проект, на дамбе запланированы расширение, укрепление, круглосуточное дежурство. Не обошли стороной и наболевший транспортный вопрос. Он уже находится на личном контроле у главы округа. Это все будет делать Мострансафт с деньгами, которые уже там выделяются из бюджета. А мы со своей стороны сейчас подхватим уборку. Берем эти все шишки изо льда, которые мешают перемещаться. Мойку сейчас приведем в порядок быстро. Поможем с питанием, с общепитом. Также на ряде улиц необходимо установить запрещающие парковку знаки. Например, на улице Депутатской вблизи мечети, где следует организовать отдельную стоянку для прихожан. Эти вопросы будут обсуждаться с госавтоинспекцией. Полина Бахова, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».